Надеж, ты можешь что-нибудь красивое нам вот тут буквально показать, какой-нибудь пакр? Сядем. Ой, сядем. Ноги вытянуть. Покажите, главное, как все, как но все, вытянут, но не да, как все, вот все здоровые люди должны вот так складывать. Человек-паук. Роскошно. Люди же должны быть. Станок у балерины и наш тренажер это немножко другое, это разные вещи. Поэтому мы как раз можем Настюше показать, лечу как... травму, я не занимаюсь гибкостью, это ваше уже. А как вот... Сидим устойчиво. Устойчиво сидим, сидим устойчиво. Аккуратно только, ребята. Я сзади страхую. Есть такое совершенно спокойное упражнение. Взять тихо, тихо. И куда? Тихо. Аккуратно только, пожалуйста. Включаем и поднимаем что-то. Тихо, я могу сама это сделать? Сама. Сначала одну, потом другую. Говорю, к чему ведут атрофии. И бояться надо не того, что поднимаешь руку, а того, что не поднимаешь. Того, что поднимаешь ногу. Смотрите, как могу высоко сделать. Хотите? Батман такой. О, вот это да! Два. А с грузом это получится, это упражнение? С грузом? Конечно, а что нет? Давайте. Ножку. Поворачивайся. Так, что вы хотите? И в сторону. Мат. Вот. Ничего вот, себе! И несколько раз. Вот. По голове мне прям реально бьет. Два. Отлично. Маленький. Это ты себе знаешь, по голове ногой своей бьешь. Главное, не стойте под собой. А Дарья Сергеевна, не дай бог сейчас так, вас да, по да, это да, заденет. Вот это женщина. Вот это женщина, там старая. Браво. Какой целлюлит, ребята, вы чего? После груди. Вот. Тихо, аккуратно. Не, я держу. И ногами в раз, как будто брасом плывете в сторону. А, вот так? Да. Вот. Тянем. Вы тянем. Да. Настя, это так красиво, вы должны представить, даже я засмотрела, а Сергей Николаевич просто не может глаз отвести. И сзади. Руки могут быть прямые. И сзади роскошные. И поактивнее. Браво, Настя! Хорошо, отлично. Мне кажется, я превратилась реально в человека-паука. Да. Женщина-кошка, я бы сказала. Вперед, да. Вот так? Вот сюда, не, ко мне. То есть вы наконец хотите аккуратно, чтобы я уже взлетела, да? Конечно. Так. Взлетим сейчас очень даже хорошо, взлетим. Вау, вот это да. Теперь вперед. Настя, я в шоке. Хорошо. И теперь отжимаемся, чтобы руки не болели. Отжимаемся. И плечи не болели. Вот, опа, молодец. Ниже. Хорошо, руки пошире. Тихо, я боюсь, подождите, аккуратно. Ха, вверх. Это прекрасное упражнение, конечно, для плеча. Вы знаете, так вот висеть прикольно. Прекрасное упражнение, растягивает ноги, спину. Отлично. Хорошо, снимаем, Александр. Запомните это упражнение. Да, аккуратно. Так. А то вы же знаете, мои ноги как у паука. Они там чухаются. Настолько растянуты, что тебе не надо растягиваться. Нет, я растягиваюсь каждый день, потому что каждый день. У меня же... Она так может телевизор смотреть просто лежать. Часами. И женщины, знаете ли. Смертельный номер, смотрите, ледяная вода. Ледяная вода, вот. Ну ты герой. Три ведра. Раз, два. Полотенце. Раз. О. Два. Полотенце. Сергей Михайлович. Красивый. Да. Ну и красивый тоже.